Добрый день. Понедельник, 22 апреля. Выпавший в пятницу снег стаял. Запустили фонтаны. Их уже несколько дней как запустили. Выпавший снег, люди ходили, фотографировали фонтаны на фоне выпавшего снега. Но я работал. Да и надоел снег. Хотя снял налетевший снежок немножко и выложил на канал. Пасмурно. С утра шел дождик. И всю неделю обещают дожди. Следующие выходные. Официальное открытие сезона. Вход сделают платным. И пока можно пройти без билета, я решил подснять фонтанчики. На канале 1000 подписчиков. Всем поздравляю себя и вас, дорогие друзья. Буду продолжать стараться снимать для вас красивые ролики. Проход почему-то временно закрыт. Пойдем по другой лесенке. Даная, вечно льющая воду. Красивая. Фонтан чаще. Сегодня читал воспоминания петерговского старожила Ивана Петровича про погоды Петергофе в апреле-мае 1921 года, когда была теплая весна. Но события, предшествовавшие весне, были ужасными. Я читал, выкладывал в прошлом году на Ютубе. А в этом году захотелось снова перечитать и выкладываю ВКонтакте. Но сегодняшнее чтение выложил и в Ютуб. Как, какой чудесный запах от прудовой воды. От фонтана
красота, несмотря на пасмурность. Тюльпанчики скоро распустятся. Когда распустятся тюльпаны, мы пойдем в парк их снимать. И сюда, и в Александрию. По билетикам платным. Поэтому не забываем подписываться, ставить так называемые лайки, пальчик вверх для улучшения статистики. Большой каскад. Летом, когда будет тепло, жарко, солнечно, мы пойдем в Туфовый грот Большого каскада. В летнюю солнечную погоду получается замечательная съемка, когда фонтаны, струи воды со всех сторон. Не знаю, как с этой камеры, она воды боится. Но у меня есть GoPro, не боящаяся воды. И снимаем. Воронительская колоннада. Тоже что-то и монтируется. Ленточка обвязана. В прошлый раз я заходил вовнутрь, и изнутри красиво получается съемка. Львята. Рускяльский мрамор колонн. Я был прошлым летом в Карелии. Рускеала в горном парке, на мраморном Каргее, где добывали этот мрамор. Чудесный парк я снимал, есть на ютубе. Замечательно. В этом году работающие фонтаны я снимаю первый раз. Так, струи воды скатывается по мускулистой фигуре Самсона, разрывающего пасть льву. Боги, спускающиеся к людям.
все в каскаде полно символики. Все можно почитать. Я всю символику не помню. Замечательно. Сколько тысяч раз, десятки тысяч, может даже миллион снимали каскад. И еще будут снимать и снимать. Любимое место здесь для фотографирования у людей, приезжающих в Петербург. Пойдем в Мон-Плезир. Зеленая травка, подстриженные елочки, работающие фонтаны. Надеюсь, здесь ко мне никто не пристанет. Почему я со стабилизатором хожу? Профессиональная видеосъемка запрещена. Такие комплименты мне не нужны. Уточки прогуливаются, селезень и кряквочка. Красиво. Вот мне вот так очень нравится идти с камерой вдоль подстриженных елочек. Они как на параде выстроились. Слышен звон колокола собора Петра и Павла. Воробушки. Воробушки, малыши, малыши радуются весне и смотрят, не угощу ли я их чем-нибудь. Ну, я опять семечки забыл взять. Не на виду они у меня лежат, забываю. Вот здесь еще люди любят фотографироваться на мостике на фоне дворца. О, как замечательно.
экшн-камеру, GoPro, дворец как бы далеко. А на это можно приблизить. В конце аллеи виден фонтан Ева и дворец Марлии. Но мы пойдем сегодня в другую сторону, к Монплезье. Морская гавань в конце канала. Идем к фонтану Адам. Вдоль еще не распустившейся липовой аллейки. Ну, почечки уже набухают. Веточек красиво свисают капельки воды. Поют птички. Иван Петрович писал, что в это время... О, синичка. Что в это время... О, какая синичка. Тоже поет. Что в это время в парках поют жаворонки. А потом появляются... Соловьи, а жаворонки перемещаются. О, попрошайка-синичка. Подкармливают их здесь. О, какая малышка. Там жаворонки перемещаются на поля. Там в травке у них гнездышки. И они летают высоко в небе. Какая красивая синичка. Малышечка. Вот. Красуется. У них там в травке гнездышки. И они летают. Высоко в небе заливаются. Уточки бродят по аллейкам. Несмотря на пасмурность, хорошо. И небо просветлело. Но по прогнозу к вечеру дождь, завтра дождь. Так что я хорошо сделал, что решил сходить в Нижний парк. Или как его называли. Старое время, Нижний сад, парадиз с Адамом и Евой. Адам. Замечательно.
включу замедленную съемочку. Фонтан каплевидный. Струи как бы состоят из отдельных капель. Солнышко пробивается через тучки. Хорошо. Идем к Монплезиру. На аллеях лужицы отрастающего снега, растаявшего. Поют птички, зеленеет травка, канавки с весенней талой водой, вековые ели, дубы, липы. Замечательно. Много экскурсий, несмотря на то, что сегодня понедельник, как бы день выходной, но на стоянке стояло много экскурсионных автобусов и экскурсии. Вот. Ходят в дождевичках.
У природы нет плохой погоды. Вон люди кормят белочку. Тут такая белочка живет, которая любит приставать, забираться в одежде. Куда убежала? Да вон она, вон вдалеке. А, вдалеке. Ага. Она любит приставать здесь, белочка. По одежде карабкаться. Да, и гонит всех, да. Вон. На старую лиственницу забралась. Белочка. Ну пусть бегает малышка. Мы ее уже снимали несколько раз. Выходим на морской берег. Плещутся волны. Летают чайки, плавают уточки на волнах, лебедей сегодня не вижу. Кораблики. Морская гавань. Петерговская. Петербург. Волны красивые. Это особенно там, где камушки. Приблизим. Постоим. Послушаем. Плеск. Волн. Тростник прибитый к берегу. Хорошо. Чудесно. Вот как хорошо. Старые липы.
бетон. Вылеплены самим Петром Великим. Смотрит Нептун на открывающийся морской простор. Балтики. Красота. Старые, узловатые липы. Много помощи. Мон-Плезир. Открыли смотровую площадочку со скамеечками. Чайки. Тоже смотрит, не угощу ли чем. Люди подкармливают птичек. Какая красота. Кирпичики 18 века. Бутончики тюльпанов скоро распустятся. Фонтан снов. Мон-Плезир. Солнечные часы.
солнечные часы, установлены по образцу петербургских солнечных часов. С собой завод ракеты. Пуховые камушки. Екатерининский корпус, постриженный туя. Чудесно. Низко летит самолет. На посадку, наверное. Вакханка. И Психея. Фонтан. Солнышко. Диск.
Красивая психея. Раковинку с жемчужинкой держит. А, бабочку. Что-то мне. Бабочку. Бабочка, душа, человек. Отсюда мне привиделось, как створка раковина. Это бабочка. Бабочка. И она с бабочкой. Петр. Почему-то мне всегда вспоминается, глядя на бронзового Петра, путешествие Нильса с дикими гусями. Впереди шахматная гора, драконий каскад. Римские фонтаны. Какой чудесный запах воды. И вообще в парке замечательные запахи. Набухающих почек, зеленеющей травы. Земли. Вали. Драконий. Каскад. Как падает скатывающаяся с каскада вода. Дракошки. Античные боги.
грот. Чудесно. Уже зеленые склоны. А еще вчера на них лежал снег. Вековая ель. Идем к оранжерее. Цветники с тюльпанами. Уже скоро. И все будет в распустившихся тюльпанах. Мы пойдем их снимать. Старые яблоньки. Оранжерея. И фонтан Тритон. Вон уже нарциссы распустились. Нарциссы. Вот. Распустились. Какой цветок. Чудесно. Тритон и разбегающийся черепашка. Вот цветочки. Голубенькие, что это? Незабудочки.
кто знает. Я их и в городе видел уже, и фотографировал. А первые нарциссы увидел здесь. Скоро и тюльпанчики распустятся. Вот, выходим к лесенке, по которой спустились в нижний сад или парк. Заливается какая-то птичка. Подписываемся. Не забываем поставить пальчик вверх. У меня объектив приближен. Пальчик вверх. Для улучшения статистики. Еще раз себя и всех вас, друзья, поздравляю с 1000 подписчиков. И пока, до новых встреч!